Всем привет, с вами Райанор и Прекрасного Настроения. Это очередная серия летсплея по игре Starbound. Итак, как вы помните, в прошлой серии мы построили ферму и дом. Но кое-чего не хватает для полного удовлетворения. А именно, не хватает, естественно, здесь... не хватает хотя бы то, что нужно было забрать переплавленную медь из печки. Давайте я заберу отсюда. 25 слитков получилось. Так. Вместе с тем у меня есть 5 железа. Что тоже хорошо очень. Так, давайте вот на 4-й слот я поставлю еду. Да, она здесь хорошо смотрится. Пускай она здесь и будет. А вот эту штуку я поставлю вот сюда. Уж совсем, когда нужно будет, уже именно она. Тогда я буду ее использовать. Если что, смогу так перекусить по-быстренькому. Так, и давайте продолжать. Итак, уже вечереет, ничего страшного. Значит, сундук авианов я куда-нибудь там поставлю. Под стол нельзя, интересно, это пихнуть? Нет, нельзя. Ну, тогда около головы, кровати. Пускай здесь стоит. Хотя нет, давайте немножко разверну его. Другую сторону, чтобы смотрел, можно? О, вот так, красивее почему-то, мне кажется. Или это же точно так же поставил. Не знаю. Так, ладно, вернемся к изготовлению. Значит, я хотел изготовить такую вещь, как... стол для готовки еды. Вот он, cooking table, да, вот именно его. А также я хотел еще создать железную наковальню. Для меня нужно, конечно, чуть побольше железа. Но давайте займемся едой. Вот думаю, здесь будет хорошо, нормально вписываться, смотреться. И да, вот на нем, как видите, можно сделать гамбургер. Этот рецепт, по-моему, уже у нас имеется. А гамбургер, он же еще одновременно и лечилка. То есть он лечит. Лечит, ну, как не хуже бинта, как вы помните. Так, и на сдаче, что называется, сладкой кукурузы сделаем. Кукуруза тоже лечит, но чуть-чуть слабее. Он отлично. По-моему, все хорошо в этом отношении. Так, давайте переместим только сюда. Семечки сложим уже в сундук, потому что нет смысла мне их таскать с собой. Одиночную руду, да и вообще всю руду и все железо тоже поскидываем сюда. Что им тут делать, я не знаю. На всякий случай вот сюда еще доставим гамбургер. Так, строительные материалы ненужные повыкидываем. Излишнее количество железа, в смысле блоков, тоже поскидываем. Землю оставим. Хотя нет, вот строить я буду вот теперь вот так, такими штуками. Ими интереснее даже строить как-то. И это тоже заберу. Пускай будет. Это материал. Это тоже материал. Ну что ж, давайте в путь. Соберемся и попробуем найти что-нибудь типа железа. Так, куда нам пойти? Как вы помните, в прошлый раз я ходил... Кстати, как тут печь этот? Какой-то не меч вообще, это кинжал какой-то. Ну ладно. Или вообще сковородка какая-то. Да, это кинжал. Но зато у него сила повреждения, конечно, побольше. Так, я обойду это дело стороной. Ну, давайте проверим заодно, как оно работает. Ну, работает неплохо, в принципе. Вполне даже так приятно работает. Вполне даже так не слабо выдали нашим монстрам по первое число. Буквально с 1-2 ударов. Снесли все это дело. И смотрите, гамбургер нас вообще полностью вылечил. Так, я думаю, имеет ли смысл мне туда идти? Есть ли в этом какой-нибудь такой тайный смысл,
чтобы действительно туда пойти и потратить на это время? Я думаю, что нет, мне нужно железо. Железо, как вы помните, для этого не нужно залазить куда-то было. Правда, генерация мира опять же могла поменяться. Этого достаточно пробежаться по поверхности. Ну, конечно, такие вещи как... О! Еще попробую по невропикселям. Единственный, конечно, минус этого дела, это... О! Мясо. Странно, раньше мясо не выпадало. О! Вот и железо. Единственный минус, конечно, такого способа добычи, это, в смысле, этого кинжала, то, что нужно в контакт вступать с врагом, с неприятелем. Кстати, да, один из рецептов, который добавился, это изготовление из дерева угля. Для этого нужно аж целых 10 угля. Кстати, мы опять видим не авиана, а робота, поэтому можем быть готовым к тому, что с нами будут опять драться. Да? Да, ой, их еще и не один. О, он еще и поджигает, вообще классно. Ну, как вы видели, они сами на меня напали. Какой-то шприц полный жидкости желтой. Не знаю, что это такое. Проверять на себе не хочу. Так что это? Давайте посмотрим, что это. О, эта кровать выглядит чудесно комфортабельной. Ну, тогда я ее заберу себе на корабль. Она пригодится. Кактус декоративный. Такой стульчик. И библиотечка. Шкафчик такой. Куда-нибудь разместим. То есть, да, в принципе, грабить такие домики не самое интересное, что называется, в процессе. Я вижу рис. Да, это рис, действительно. Можем потом его будет посадить. Я так все понимаю, что не засек времени. Ой, надеюсь, эта серия не получится мне опять слишком длинной, чтобы пришлось ее делить напополам. Хотя, кому интересно, тот посмотрит. В принципе, я надеюсь, крайне надеюсь, что я не показываю неинтересных вещей. Иначе бы вам, наверное, бы не нравилось, хотя... Так, и вот сейчас я как раз использую для строительства такую вот штуку, чтобы было понятно, что это, во-первых, я построил, во-вторых, ну, как-то дешевле, экономичнее, так на самом деле. Это блок земли, да, он из трех получается, один к трем. Из одной земли получается аж целых три вот этих вот строительных кирпича. Почему не пользоваться тогда? Вполне себе так. Так, это еще рис, да? Угу. Действительно, на этой планете произрастает рис, и поэтому я его смогу, что называется, там посадить. Сделаем так, вот это так и было все здесь. Так, я там видел что-то летающее, кажется, оно было недружелюбным. Ну, хотя пока тишина. Путешествуем дальше по планете. О, сундук нашли зато. Так, что в сундуке? Еще красная жидкость. Очень интересно. Мотыга была у меня уже. Платиновая руда. Ого. Это что-то интересное крайне. Кажется, это самый высший уровень. Потом оружие из этого дела можно положить. С одного удара вышибают этих монстров первоуровневых. Ну что же, такое приятно. Так, опять гонг. Ну, такой... Нет, это... вот здесь я, кажется, не был еще. И этот, кажется, с нами не сражаться. Сражаться, кажется, он не будет, но... Ну, конечно, мы его немножечко ограбим. Ну, как без этого. Вообще, еще у него очень красивые двери. Поэтому я не поленюсь. И сделаю потом... Заменю ему двери. Да, взамен украденных верстак мною фонарей и тому подобных я ему поставлю целый верстак. Давайте сделаем верстак ему. Оставим его здесь. Что-то он прям как один в один смахивает на того
который был там. Также взамен, всего прочего, мы поставим две двери. Не хватило немножко материалов на дверь вторую. Вторая дверь. Ты, конечно, молодец, но у тебя слишком хорошие двери. Поэтому я у тебя их заберу. Надеюсь, ты не сильно на это обидишься. Видишь, какие красивые двери тоже. Что тебе не нравится? Вполне себе так. Кровать же у тебя не забираю, в конце концов. Это что? Да. Кстати, у меня опять получились желтые труселя. Не знаю как. Крутил, вертел в разные стороны, все равно желтые получились. Так, что это? Потов рамы. Не знаю, что это такое. Он дрожит что-то. Или гремит. О, ага. Все-таки это тоже пиксели опять оказались там. Так, ну собираем решетки, как обычно. Чтобы не было холодно. Заревим, чтобы ты не мерз. Золотой гонг, кажется, да? Эти гонг тоже я заберу себе. Мне тоже нравится. Да. Тут тоже гонг, и он... Все, живи, живи, наслаждайся жизнью. Пока. Спасибо за помощь. Так, виз. Виз пропустил. Так, сколько вас? Сразу на меня одного. Да, к сожалению, руды, конечно, я не нахожу. Железный. Пока что. Я больше надеялся даже на руду, чем на какие-то путешествия и бонусы от них. Вот так. В полете уничтожен был. Пиксели, конечно, хорошо, но мне, наверное... Да, хотя, с другой стороны, мне мясо и кожа пока достаточно неплохо насобирал за кадром. Так что пока я про это забуду. Наша цель сейчас сделать, обследовать нашу планету. О, ну вот и мини-босс. И вот и мини-босс меня с одного удара и вынес. То есть, смысла с ним сражаться именно кинжалом, короче говоря, нету. Так. Давайте-ка... Займемся обустройством и наведением красоты. То есть у меня 12. Так, во-первых, нижний шкаф. Куда бы я его хотел его разместить? Все такое и красивое, с одной стороны. С другой стороны, нужен ли он мне здесь, этот нижний шкаф? Нижний шкаф здесь точно не нужен. Сундук один уже есть в этом домике. Следующее будет у меня здесь кровать, наковальня. Так, красота и все. Просто это как бы всякие разные красивости. Так, так, руда. Три руды. Ну, тут много не наплавишь. Еще один слиток. До наковальни я, так что называется, еще не набрал нужного материала количества. Ну, что же поделать. Зато немножко увидели, кто такой, какие тут боссы есть, да? Немножко пограбили местных товарищей. Так, и да, здесь тоже будет у нас стоять теперь такая дверка. И на входе уже не будет этого факела. Я его забираю отсюда. А взамен здесь поставлю вот такой... Вот ламповый, лампу такую, она здесь более вот красиво смотреться. Так, внутри я пока ничего не буду менять дополнительно.
Нет у меня такого желания. Старые лампочки. А, рис. Да, у меня же появился рис. Поэтому сейчас я займусь тем, что просто зачищу. Соберу то, что у меня выросло на ферме. Значит, в первую очередь я, конечно, высажу кукурузу. Потому что... И даже в первую очередь, да, кукурузу, потому что ее меньше всего у меня. То есть я буду идти по такой схеме. Сначала сажаю то, чего у меня меньше всего. Следом сажаю... А, риса у меня меньше все-таки всего, да? Ну ладно. О, рис зато можно часто так сажать, смотрите. И потом уже высаживаю то, чего у меня больше всего, самым последним. То есть я больше даже сейчас подготавливаю. Это получается, по сути дела, заготовка семян на будущее, когда уже куда-то там, если вылетать в какую-то новую планету, обосновываться уже серьезно, да, и надолго. Хотя можно, опять же, какую-то планету определить как фермерскую, как я сделал в прошлом сезоне, получается, таком, который внезапно прервался обновлением летсплеев. То есть тоже какую-то планету просто сделать фермерской, и в ней, на ней, что называется, устраивать такие вот посадки. Вот, если не ошибаюсь, даже их можно делать многоэтажными. Так, ну что ж, давайте попробуем еще раз. Или не попробуем, давайте теперь в другую сторону попробуем побежать. Ну, я еще тут посмотрим, что там. Хотя я опять же боюсь, что и моя серия опять получается в этот раз слишком большой. Так, ты агрессивное создание или нет? Так, ты нет, а ты? А ты, кажется, да, да? Да, музыка изменилась. Поэтому, значит, оно нас нападает. Ну что ж, будем знать, что это хрюка-свинорылы. Агрессивны. И просто не будем сразу ожидать, пока они нападут, а будем их сами атаковать. Вот оно само взяло и сдохло. Да, кинжал, конечно, хорош тем, что да, приготовленная кукуруза, она почему-то в этот раз не полечила ни разу. Очень интересно. Ну ладно. Или полечил, я просто не заметил. О, кстати, кинжал чем хорош? То, что он вот наручный. И мне даже видно, когда я с ним бегаю. О, вот у него какой еще глобальный бонус есть. Еще монстр, который подожжен, тоже неплохо так все освещает вокруг, кстати. Так, это медь. Да, это медь, кажется. Но мне интересно железо. Ладно, двигаемся дальше. Двигаемся вперед. Так, это тоже рис. Собираем его. В этот раз я, наверное, хочу все-таки побольше обследовать планету. Побольше с ней вкусности пособирать. По пещеркам. Может быть, даже уйти куда-то поглубже. Ага, вот он. Монстр. Сколько их там было? Так, ну что, что-то как-то не очень удачно, конечно, у меня путешествия проходят, потому что, ну, естественно, у меня нет нормальной броньки. А чтобы сделать нормальную броньку, мне нужно получить такую вещь, как железо. А железа мне пока мало. И поэтому путешествовать нужно будет днем. Но это мы будем делать уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Счастья вашему дому. С вами был Реанор.